Я почти обхватила, смотрите. Как-то... Не рассказывай тот случай про меня, пожалуйста. Хотя я была, мне кажется, даже красивее, чем сейчас, раз стою. Муза! Раз, два, три, работаем! Специально для гламур с юбилея Вог. Мы долго думали. Не открыть Катины ноги было невозможно. Там боди? Когда вдохновляешься музой, ты выбираешь самые сильные, красивые стороны ее характера. Вот у Кати это, конечно же... Это сильные стороны характера были только что продемонстрированы, дорогие друзья. Итак, представляем, 98-й год. Сколько вам лет? Чем вы занимаетесь? Мне 15 лет. Я с трудом начала доставать уже не первые номера Вога. Живя в Краснодаре, перекупая у спекулянтов в неком парке под названием Марьина Роща на разносах. И вырезала оттуда картинки и вклеивала их в собственный альбом, в какую-то тетрадочку. И некоторые номера хранила еще с тех пор. Долгое-долгое потом время. Значит, мне 14 лет. Я нахожусь в подмосковном лагере «Геолог», который идет от завода спецплавов. И узнаю о том, что бахнул кризис. Помните этот знаменитый кризис 98-го года? Это все, собственно, все, что я помню про 98-й год. Я первый раз снималась в кино. 20 лет назад, правда, первый раз. А какой был фильм? Сестры. 20 лет назад мне было 23. 23 года. Мелания, где ты? 23 года. Я как раз тебя родила, да? Мне было 10, я ходила в музыкальную школу, носила косички, не красилась, не выщипывала брови, не делала маникюр. Я была студенткой, ездила на метро, ходила на лекции. 98-й год. Наверное, я ходила в третий класс, как-то делала успехи в уравнениях, если тогда их уже проходят. Не знаю, мне кажется, я была счастлива, не знала, что такое мода. Мне было 22, 20 лет назад, да. Вот. И через год, наверное, у меня была первая съемка для журнала Vogue. По-моему, с Даней Головкиной мы снимали какой-то стрит-стайл для Шанель. Так, 13 лет. Я попала в состав сборной команды России по юниорочкам. Это был глобальный переезд в Москву. Все заново начиналось в моей жизни. И я попала к Ирине Винер. В 98-м году. Да. Ребята, сейчас точная информация. Перед вами лучшая модель города Пензы 98-го года. Да, и ты выиграл ремень. Я выиграл ремень, и я выиграл и мужчин, и женщин. Прикинь, какие крокодилы жили в Пензе в 98-м году. Он не шутит. Это был шикарный ремень, он был с пряжкой, было написано «Ранглер». Я был князь Пензы. 98-й год, это был мой первый год работы в Воге. Я работала личным ассистентом Алены Долецкой, первого главного редактора Вога. И я пришла 15 июня, и мне кажется, это был подарок на день рождения, который у меня был 16 июня. 98-й год – это был год какого-то нового рождения профессионального, наверное. В 98-м году мне было 19 лет, и я встретила своего мужа. Да, в принципе, ничего не поменялось, все то же самое. Единственное, что Vogue стал сейчас более таким коллекционным, скажем так. У меня последний вопрос. Помните первый номер Vogue? И кто там был? Там была... На первом Воге Наташа Поле, да, нет, там была Водянова, нет, там была, ну хорошо, на первой обложке была Кейт Мосс и Амбер Валетта, тоже крутые девушки. Не Кейт ли Мосс была? Кейт Мосс. Это правильный ответ. А призы будут? Где мой продюсер? Татьяна, у нас денежные призы есть? Можешь купить у меня подсказки. У меня нет денег. Первая Кейт. Мосс. Вторая Амбер. Да. После бокала шампанского я начну лучше понимать по губам. Было после... Это... И... А потом... Вначале князь Пензы позвонил. Павел, спасибо, вы отработали. Павел, вы отработали. Спасибо. Гонорар передадим позже. Спасибо.